Верхневолжье – один из регионов ЦФО, где самый дешевый бензин марки i95. Его стоимость на 2,45% ниже среднего ценника по Центральному федеральному округу. Таковы данные Тверьстата. С чем это связано? Из чего в целом складывается конечная стоимость топлива? И стоит ли автомобилистам ждать повышения цен на бензин, расскажет наш корреспондент. Тверьстат опубликовал в июле статистику изменения цен на топливо в регионе с декабря 2021 года по май текущего года. Прибавили в цене все марки, в том числе и самые ходовые. Так, i95 вырос на 1,59%, i92 на 1,46%. В целом, по стоимости автомобильного топлива наш регион занимает 13 место из 18 по ЦФО. Если брать статистику Росстата по всей стране, то больше всего бензин подешевел в Коми на 5%, а дороже всего стал в Ненецком автономном округе. Там, где добываются углеводороды наши, в некоторых регионах там цена сопоставима с нашим регионом и даже может быть и дороже. В этих регионах и там во всех регионах, где цена выше, в принципе, экономика получит. Мы до сих пор остаемся дотационным регионом. Ценообразование находится сейчас в руках производителей. Прежде эти процессы подчинялись бюджетным правилам. В июле цены на АИ-95 в регионе варьируются от 48 рублей 90 копеек до 51 рубля 60 копеек за литр. Руководитель одной из тверских заправочных станций рассказывает, из чего складывается итоговая стоимость бензина. Помимо закупочной цены, транспортировка, железнодорожный тариф, слив, автомобильная перевозка, зарплата, коммуналка, налоги, прибыль предпринимателя. Закупочная цена – это процентов 80 цены и процентов 20 – это вот это все вот то, что я перечислил. Мы поинтересовались у тверских автомобилистов, сколько они тратят денег из семейного бюджета на топливо для железного коня и сильно ли эти затраты бьют по кошельку. А какой заправляете? И второй, и пятый. А часто? Два раза в неделю. Сильно бьет по кошельку? Нет. Да. Бьет. Особенно, когда далеко ехать. Бьет, конечно. А сколько примерно бензин тратите в месяц? 500 рублей в день. Это сильно бьет по кошельку? Нет. Я часто езжу, где-то 5-6 тысяч за месяц уходит. За 2-3 дня закатываю, 50 литров. 2 тысячи получается где-то на 2-3 дня, на 4. 1006. Да, не меньше. Это бьет по семейному бюджету? Конечно. Безусловно, те, кто за рулем, волнует, будут ли расти цены на топливо. Эксперты пока от прогнозов воздерживаются. Но о кардинальных переменах пока речи не идет.